Добрый день, мои солнышки! Как вкусно можно приготовить рыбку кижуч в манке? Очень просто. Берем кижуч, добавляем немножко сахар, соль, черный молотый перец по вкусу и обваливаем в манке и на антипригарную сковороду. Закрываем крышечкой и на 5 минут. Поворачиваем мои лапочки, 5 минут с одной стороны обжарили, 5 минут с другой стороны. И рыбку можно вынимать и кушать. Приятного аппетита!